Блин, ну мне кажется, круто, конечно, поохотились. А дальше нас, дорогие друзья, ожидают гонки. И потом тоже какое-нибудь, скажем, задание здесь, на вот этой территории. Кажется, кольцевые гонки тут будут. Из-за воды, наверное, не сможем с вами проехать прям сразу. Ну, можно переплыть, но... Да, все-таки проедем. Тут получается сколько? Два км, да? Все, распугал всех. Очень много дичи. Деньги легко набиваются, но... Блин, если вы хотите, конечно, миллион заработать, тут очень долго придется возиться. Нет, ну, в этом тоже что-то есть определенно. То есть, кому-то нравится охота, например, там. Тем более, есть здесь списки лидеров. То есть, это все очень мотивирует на получение, ну, скажем так, наивысшего результата. Ну, если в ком-то из вас есть соревновательный дух. Так, что с радио? А то как-то, конечно, не хватало музыки во время охоты. Так, ой-ой-ой-ой. Ну и музыка на охоте, конечно, ну никак не подходила. Так, что там, угнали тачку? Ой-ой-ой, да не-не-не, да, тачкой не понесусь, наверное. А то сейчас уеду там еще черт знает куда. Тем более у меня квадроцикл всего лишь. Так что не думаю, что это была бы хорошая идея. Но здесь сильно не разгоняться, естественно. Блин, ну так себе, конечно, на квадроцикле ехать. Ну, в том смысле, что управляется на большой скорости не очень хорошо. Так, ну что, ребяточки, на квадроциклах? Вот я как раз на своем приехал. Да, давайте, гонка по бездорожью на квадроцикле. Надеюсь, на мотоцикл-то хоть не поменяют. Бляха-муха, да вы что, смеетесь? Я хотел... А, ну тут без разницы, видимо. На квадроцикле. Нагасаки у него там на майке было написано. Не знаю, с чего бы вдруг. Ну, наверное, просто производитель квадроцикла японский. И, соответственно, экипировка к нему тоже японская. А чё так медленно? Они прям втопили, прям сразу же. А давайте, знаете что? Ну, я, конечно, не уверен, что я первый приду. Потому что с трассой мне абсолютно незнакомая. Но можно попытаться. Тихо, тихо, ё-моё. Все. Давай, быстрее возвращайся в ТС. А то сейчас задание будет провалено. Так, шестая позиция. Ну, естественно. Они, кстати, недалеко-то, в общем-то, ушли. Наши соперники. Вот здесь побыстрее разогнаться. Тут крутоватый будет поворот, да. Но если два круга будет, то есть шанс их догнать. Все, сейчас буду обгонять их. И пятый, четвертый уже. Нифига, это учитывая то, что я влупился в камень. Ну, а что с них возьмешь? Это если между собой, там, реальными игроками соревноваться, это да. Там бы, конечно, ни о каком первом месте не могло бы быть и речь. Вау, круто, одного сбил. Мне, правда, за это могут результат испортить, за то, что я кого-то там убрал. Bye. До свидания! Оу, е. А, вот и финиш, кстати. Ну, очень вовремя, да, все получилось сделать. Здорово! Сколько деньжат здесь я подниму? Первое место. Золото. Золото. Минута 47. Это утесы каньона. Ну, такая вот гоночка. Достаточно интересная. Нифига, 500 баксов! Так, костюм добавлен. Мото X. А это полиция случайно не по нашу? Нет, не по нашу душу. Блин, ну круто, круто, круто. Вот так вот раз, в одном месте сразу 500 заработали. А сколько времени потратили на охоту? То есть гонки намного эффективнее в плане получения быстрых денег. А давайте вот здесь еще попробуем. Морская гонка. Думаю, тоже будет интересно. На чем там, на квадроциклах или на катерах?
гидроциклы, прошу прощения. На квадроциклах мы с вами только что ездили. Так. Да, сейчас я думаю, что немножко здесь, конечно, погоняем, но... Так, 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 уезжай, 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 уезжай быстрее. Нифига. Какого черта? Так, дайте-ка я выйду нафиг. Саны байкеры. Давай быстрее, врубай там, что у тебя. Все. Так, один готов. Блин, просто офигеть. Но это за Тревором байкеры охотятся. Он же там тоже порешал дофигища. Поэтому оно и понятно. Блин, и стоило всего лишь слезть с квадроцикла. Сразу музыку поменяли. Так. Ну и почти с вами приехали, видимо, на пирс какой-то. Нифига, даже трактор можно, наверное, было сейчас угнать. Так, что это у них стоит здесь? Не, какая-то ерунда вообще полная. Так, а где гонки? Блин. Так что, туда еще плыть надо? Почему мне вообще маршрут сюда тогда показали? Интересно, да? Сейчас посмотрю отсюда. Ну, может быть, здесь мель какая-нибудь. Сейчас проверим. Ага, фиг там. Ну да, брод бы какой-нибудь не помешал бы. Так, отлично. Вон как раз меня гидроцикл ждет. Дайте только туда доплыть. Для участия в этой гонке нужно сесть на водный мотоцикл. Странно, а я думал лечь. Давайте, поехали. Здесь, наверное, тоже пятихаточка будет. Хочу, хочу участвовать, конечно же. Каньон Ратон. Блин, забыл, какую там кнопку надо нажать, чтобы резко развернуться. Эй, а чё они такие бодрые? Так, ну здесь хотя бы... Спокойно. Полетаем, да, немножко полетаем. Ух, нифига тут с потоком. Это вам не просто какой-то открытый океан. Офигеть. Да, интересно. Сейчас еще какой-нибудь водопад будет. Вау, нифига поток. Офигеть. Давай, чувак. Разворачивай свою колымагу. Да вы задолбали. Дайте проехать мне первым. Ну слушайте, ну тут не очень на самом деле просто. Помните гонка, когда мы просто по сюжетной линии удирали? Вот это было просто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, все равно я их вроде бы... Оставил далеко позади. А может быть, недалеко. Ну, так, держится, конечно. Неподалеку. Но все равно крутая гонка. И у нас, кстати, вечереет. Считайте, весь день провели вот в этих всех соревнованиях. Так, отлично. Ну, вон уже и финиш. Круто. Да, я первый буду. Очередной раз. Замечательно. Ну, главная интрига заключается только в том, сколько мне заплатят. Ну, сколько победителю платят? Или победителю здесь не платят вообще ничего?
блядь, просто выиграл гонку, получается. Так, смотрим с вами на карту. И вот здесь у нас знак вопроса, конечно, есть. Интересный достаточно. Но сейчас все подходы к этому заданию мы с вами открыли. Давайте, наверное, вызывать такси, потому что, безусловно, эти все задания, они интересные. Но, друзья, главные задания тоже должны выполняться, на мой взгляд. И на ваш тоже. Поэтому сейчас на такси поедем с вами обратно. А кузену, ну, не нашему, а нашего друга. Интересно, сюда такси приедет, как вы думаете? Ну, дорога в любом случае должны. Какая разница? А если службу спасения, например, вызвать? Ну, дайте узнаю, что там. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Понятно, скорая помощь, пожарная охрана, полиция. Все ясно. Не, не будем. Это будет ложный вызов. За это еще посадят. Would you send out a cab post haste? I'm sending one out right now. Wonderful. А кстати говоря, вам не кажется, что, по-моему, проще всего будет сделать вот так вот? Зачем нам куда-то ехать на каком-то такси, если мы можем просто переключаться между персонажами? Тем более за Тревора мы и так прилично с вами поиграли, поэтому давайте и за других персонажей тоже поиграем. Я думаю, это тоже будет интересно. Так. А, ну он как раз дома у нас находится. Здорово. Может быть... Но она говорит, что ей кто-то реальный нужен в этой жизни. Я хочу немного безопасности в своей жизни. Пока, Франклин. До свидания. Прощай. Аривидерчи. Аригато. Так. Так, ну что же. Давайте берем аптечку тогда. Она ему не нужна. Я думал, что... Сейчас это происшествие немного подкосило его здоровье. Эй! 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 Вот тебе и эй. А мы с вами гоним сейчас навстречу кому? Кому поедем? К Лестеру, либо к папарацци? Давайте, наверное, к Лестеру. Где он там находится? Сейчас сразу отметочку с вами влупим. Так, отлично. И жду не дождусь, конечно, когда можно будет сыгрануть в гольф. Но я думаю, что уже скоро это может произойти. И отличное время суток у нас для того, чтобы спокойно гонять по городу. Миш, машин. Так. Спокойно. Так, если выбить у бронированного фургона двери или уничтожить его, вы сможете добраться до перевозимых денег. А что у нас из оружия? Тихо. А что у нас там из оружия есть? Тут бронированный фургон у нас стоит или где? Блин, а у меня взрывчатки чертовой нет. Ну, я даже представляю, сколько там. А он будет ехать, если я его заблокирую? Да, он едет. Но это очевидно. Так. Чтобы задние двери фургона открылись, стреляйте между ними. Ну, давайте попробуем сейчас что-нибудь за оружием. Так, ну, есть, конечно, дробовик, а есть автомат. Сейчас я открою двери, пожалуй. О, да. Две звезды, чертов. Добить. Все. Да бляха-муха. Убегай, чувак. Так, хорошо, хоть я немного здесь прикрыт автомобилем. Ну, даже такие заработки возможны.
Так, выехать, выехать, выехать отсюда, с этой парковки гребаной. Все, поехали на задание. А, отлично. Вот такой вот халявный кэш. Я уж надеюсь, задание не дадут мне начать. Да, заметили. Просто как-то внезапно здесь организовался пост. Еще быстрее. Нельзя допустить, чтобы они меня схватили. Отлично. Ну все, еще один поворот. И все будет на мази. Ну, смотрите, какая классная гоночная тачка. Но сейчас нет времени пересаживаться. Так, все, почти на месте. Так, резко поворачиваем. О, да. Интересно, здесь искать будут или нет. А, я метку даже... А, кстати, тут, смотрите, тут еще такая же машина. Блин, да тут вообще полно крутых тачек. Так уж, если посмотреть. Здорово. Еще одна гоночная. Вообще лепота. Это я просто так, чтобы немного попугать. Поехали. What's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new Mollus, sort of a super Mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Слушайте, и сколько же он мне заплатит? Так, Барри, торчащая забастовка, вся толпа скоро соберется в мэрии. Долой правительство. Давайте, интернет, мы сейчас посмотрим. Beta Pharmaceuticals, где, на какой бирже котируются акции этой компании. Кстати, что там с моим портфолио? Ох, нифига себе. Процент дохода вырос, обалдеть. Так, и сколько же сейчас акции стоят? Так. Окей. Ну, пусть будет процент такой. Сейчас дайте вкладочку другую посмотрю. Что у нас на этой? В данный момент биржа закрыта на обслуживание. Окей, все ясно. А где Beta Pharmaceuticals? Ну, наверное, нет, потому что этим должен заниматься Лестер. Так, ну что же. Тогда выходим. 58 тысяч у нас есть наличными.
Дайте доберусь до гоночного автомобиля. Если, конечно, получится, хотелось бы его еще к тому же сохранить. Блин, вообще агрегат. Прям предчувствую, что это будет нечто. Ага, самое оно. Смотрите, как она прокачана, точила нормально. Так, спецспособность. Ну и погнали. Да, разгоняется очень быстро и само по себе не очень громкая. Так. Супер, что тут у нас? Тут мы проскакиваем таким образом. Здесь нам нужно будет с вами повернуть. Здесь нужно будет снова повернуть. Нифига, еле вписался в поворот. Да, вот так. Ну, я даже представляю, если я в замедленном режиме так на такой скорости несся, то представляете, если в обычном просто режиме, без спецспособности, какова была бы скорость визуально. Так, нам сюда же заехать? Да, где-то здесь место находится. Или низ. Блин. Вот то самое место. Окей. В отель прибыли охранники, чтобы вывести цель. Цель скоро выйдет. И что бы это значило? Ну, помните, Лестер сказал, либо это могут быть даже... бомбы липучки. Снопа есть. А чё нам париться? Мы просто здесь сейчас с вами останемся и ликвидируем цель прямо отсюда. Какая разница? Так, до выхода цели. Я надеюсь, цель-то не в бронежилете будет. В каком-нибудь. Может, тачку пока развернуть? Сейчас, где тут выезд? А, выезда здесь нет. Сейчас, секундочку. Вон выезд. Да, дайте-ка я ее разверну сразу тогда. Вообще даже можно, наверное, отсюда с этой стороны производить выстрел. Так, подводных камней здесь точно никаких нет, а то я тут стою с пушкой. Может, типа, кто-то заметит и снова... И знаете, типа, задание провалено. Вас обнаружили. Так, полминуты до выхода. Так, что-то, по-моему, засуетились. Нет, это просто обычные прохожие. А, нет. Смотрите, какие-то охранники. Ну да, суетятся. 10 секунд. Выход-то, я надеюсь... Подождите, а где выход-то сам? А, интересно. Сейчас узнаем. Быстрее, сваливаем. Вот так. А еще плюс тачка гоночная. Все, задание выполнено. Блин, быстро что-то на золото. Так, 9000 получили. Бонус за снайперское убийство и время потрачено 4.37. Ну круто. Че? Замечательно. Что там у нас далее по расписанию? Только не Тревор. Давайте тогда, наверное, папарацци.